Приветствую подписчиков и гостей канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-5 самых популярных товаров для геймеров с AliExpress. Ссылки на лучшие товары для геймера находятся в описании к данному видео. Ну а мы начинаем с, в общем-то, лидера по количеству заказов. Это механическая игровая клавиатура Redragon Fizz K617. Данная клавиатура почему так полюбилась, ну, скажем так, профессиональным игрокам? Потому что она легкая, компактная, ее можно везде носить с собой, и она по габаритам такова, что в принципе влезает в сумку. Ну и соответственно, данный гаджет, да, можно взять с собой куда-то в дорогу, если соревнования, например, где-то в другом городе или еще. Плюс она удобная, кнопки расположены идеально, все зоны, блоки кнопок, они подсвечены своим цветом, все это выглядит красиво, и, ну, это, можно сказать, профессиональный гаджет. 11 972 заказа только у этого продавца, при этом 3985 отзывов, в основном положительных. Ну и цена от 2411 рублей без копеек до 2482 рублей. Данная клавиатура может быть в разных расцветках, да, то есть кнопки здесь вот есть розовым, да, подкрашенные, есть белым, есть черный цвет. Ну, то есть варианты могут быть в зависимости от того, что вы выберете. Кнопки очень удобные, их легко разбирать, чистить. Ну и, соответственно, работает это все безотказно, поэтому вот люди и полюбили эту клавиатуру. Следующий вариант — это, собственно, геймпад GameSir T4 Pro с 6-осевым гироскопом. Прекрасный вариант для динамичных игр. 2440 рублей без копеек он стоит, ну, 6642 заказа только у этого продавца и 2153 положительных отзывов. Это просто вот среди контроллеров настоящий король, потому что, ну, такое количество положительных отзывов не собрал ни один, собственно говоря, геймпад. Ну и здесь как бы есть варианты, в каком виде его приобрести, то есть сумочка еще есть к нему дополнительно, но комплект с сумочкой стоит дороже, поэтому нужна она вам, не нужна. Ну, в принципе, если опять же таскать будете его везде с собой, то, наверное, пригодится. Он беспроводной, кнопки расположены идеально, можно его подключать как к компьютеру, так и к другим устройствам, ну, здесь на картинке к телефону. Ну, в общем, устройство стоит того, чтобы его приобрести. Следующий вариант — это бесшумная компьютерная мышь iMice. Данная мышь тоже бестселлер настоящий, ее очень часто заказывают, потому что она идеальна для ночной игры. То есть, если в комнате у вас находится еще кто-то, да, например, там спит человек, ну и чтоб ему не мешать щелканьем, вот такая мышь идеальна. Ну и плюс, естественно, что не всем нравятся вот эти щелчки, поэтому как бы вот если вас раздражает это все дело, да, звуки лишние, которые издает мышка, это как раз ваш вариант. Она удобно лежит в руке, для игр она подходит более чем, у нее красивая подсветка, достаточное количество кнопочек дополнительных, да, которые расширят функционал обычной мышки. Ну и она очень хорошо работает. Ну, некоторым не нравится, что она проводная, но провод очень качественный, долго служит. Ну и в принципе некоторые наоборот предпочитают мышки проводные, поэтому, ну, как бы практика показывает, что данная мышь, она является оптимальным, да, соотношением цены, качества и функционала. С учетом скидки 445 рублей всего лишь она стоит без копеек. Следующий вариант, четвертое место, занимает беспроводные наушники Oneodio Fusion A70. Данные наушники тоже очень популярны. 2232 заказа только у этого продавца, при этом 1010 отзывов положительных.
Недорого они стоят сравнительно, да, для беспроводных наушников это довольно дешево, от 2596 рублей без копеек. Оформление разное, то есть выбрать можно там любой расцветки, хоть для девочек пойдет, да, такой вариант. Наушники эти идеально, в принципе, передают звуки, то есть, ну, просто вот одно удовольствие в них играть. Соответственно, если необходимо общаться через них, без проблем, то есть микрофон встроенный, пожалуйста, общайтесь и, соответственно, какие-то, решайте какие-то задачи в игре более эффективно, если вы играете командой. Ну и завершает наш рейтинг достаточно интересная, я бы сказал, лучшая на AliExpress сейчас профессиональное геймерское кресло DOM2 с массажем. Оно недорого стоит, всего лишь 6988 рублей, но при этом оно достаточно устойчиво, то есть у него откидывается спинка, можно полежать, если устали сидеть, можно включить массаж и будет вам массировать поясницу, да, специальная подушечка. Разная расцветка есть, ну и вообще оно в принципе удобно. Очень часто заказывают это кресло профессионалы, которым приходится много тренироваться, сидеть там по 12 часов в кресле, не вылезая. В этом плане оно очень хорошо. Не переживайте за габариты заказа. Его без проблем доставляют из России, соответственно, транспортными компаниями. Энергия, ПЭК, ДПД, деловые линии. То есть выбирайте любой вариант, который есть в вашем населенном пункте, и вам быстро, без проблем его доставят. Если сравнивать, допустим, с креслами, которые продаются где-нибудь там в ДНСе, либо, допустим, там в других магазинах подобных, ну, как бы там, во-первых, дороже, а во-вторых, именно такого вы не найдете, потому что здесь и функционал получше, и покрепче оно, ну и поинтересней данный вариант. Ссылки на самые популярные товары для геймеров с AliExpress находятся в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и удачи вам!